может говорить о человеке после его смерти? Воспоминания близких, друзей и памятник. Памятник, который способен рассказать историю. В компании «Гранит Мастер» занимаются этим уже 10 лет. Каждая деталь имеет значение. Форма, размер, цвет, гравировка. Изначально здесь мы показываем, чтобы у человека было представление по высоте какой, что такое, вот, допустим, резьба камня, как полируется камень, как вырезается форма. Памятник, который сделан из гранита, то есть он максимально долго сохранится в памяти и не меняет ни блеска, ни цвета, то есть остается на нем полностью все изображения, так как это уже проверено временем. Кстати, все камни, которые вы здесь видите, российского производства. Их привозят из Карелии, Саяногорска, Петрозаводска, Урала и, конечно, из Алтайского края. В этом году стали закупать камни даже в Колыване. Мы у них взяли там огромную партию этого камня и готовы делать памятники. Он светлый, долговечный. Когда клиент определился с выбором камня, его толщиной и формой, далее тут же создается эскиз. Согласовывается фотография, макет. Здесь же можно увидеть уже выполненные работы, от проекта до реализации. Понять, как заливается бетон, как укладывается плитка, как будет выглядеть газон. В компании можно заказать целый мемориальный комплекс под ключ. Мы всем делаем проект обязательно. Дальше мы перед человеком отчитываемся, как мы в процессе там работали, то есть по фотографиям. Кстати, на производстве есть своя кузница, где занимаются ковкой металла. Перед полировкой мастера обязательно обрабатывают материал, чтобы изделие не ржавело долгие годы. Каждая оградка – это все индивидуально, это все, каждая деталька – это все вручную подгоняется. Картинка есть, а все остальное вручную. Столешницы, вот, там, стульчики, крестики – каждая работа индивидуальная. А мы возвращаемся к производству самих памятников. Прежде чем камень оживет, он попадает в цех в таком виде. Далее с помощью фрезерного станка камень делают рельефным. Так на изделии появляются ангелы, птицы, цветы и не только. Кстати, раньше все это вырезалось вручную. А это уже гравировальный станок. Он наносит на камень изображение. И это не обязательно только фотография. Памятник может рассказать целую историю жизни. Чем занимался, кем работал и что любил человек. Если это профессиональные достижения, тоже их можно отобразить. В плане, что там долго работал трактористом, это было дело его жизни. Он его любил. То есть отображаем какие-то пейзажи с трактором, вот эти поля с рожью. То есть для родных это очень важно, очень ценно. Они приходят, смотрят, вспоминают. То есть это память для их детей, для их внуков. Но даже самый качественный станок не заменит руки человека. Юрий Дементьев более 20 лет буквально вдыхает жизнь в камень, который выходит из-под станка. На финальном этапе изготовления памятника художник прорисовывает детали – глаза, волосы, прорабатывается каждая морщинка. У камня появляется лицо, а у человека его след в вечности. Можно смотреть на портрет и уже можно рассказать, что человек пережил, потому что каждая морщина говорит о его характере, о его взгляде. Ну, каждое лицо. Есть, смотришь человека и думаешь, боже, какой он прожил интересную жизнь. Именно поэтому в компании «Гранит Мастер» считают, что памятник – это не бездушный камень, а индивидуальная живая история, которую можно передать следующим поколениям. Мы все забываем, что мы здесь не вечные. А вот это на камне, что мы делаем – это последнее материальное, что мы можем для них сделать. Стараясь что-то туда вложить, свою душу. Когда люди приходят, ну сразу, если заплакал, ты уже понимаешь, что ты сделал то, что все надо.